Всем привет, с вами я, Виктор, и это обзор на Pocophone F1 от Xiaomi. Итак, все хотят приобрести очень качественное устройство за самые минимальные деньги. И вот компания Xiaomi в лице суббренда Pocophone сделала такой вот телефон, Pocophone F1, с топовым железом за небольшие деньги. Да, они сэкономили на внешнем виде устройства, немного на материалах корпуса, но будем разбираться, стоит ли он своих денег и вообще, как он выглядит и все такое остальное. Итак, коробочка выглядит вот таким вот образом. Сверху черная крышечка. Поставляется Pocophone F1 только глобальная версия на международный рынок. То есть китайских версий нет. Потому можете в любом магазине, там на Алиэкспресс, не на Алиэкспресс, где угодно, можете покупать себе Pocophone F1, и это будет только глобальная версия. Итак, по характеристикам, с обратной стороны коробочка имеет очень красивый желтый цвет и технические характеристики. Итак, здесь установлен самый мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845. Ну, на данный момент уже не самый мощный, так как компания Qualcomm в 2019 году выпустила Snapdragon 855, естественно, продолжение линейки. Ну, Xiaomi заявляет, что здесь установлено жидкостное охлаждение, медная пластинка, внутри которого охлаждающая жидкость. С помощью вот этого приспособления телефон не будет перегреваться, не будет тротлить, соответственно, и вообще будет работать долго, качественно, без тротлинга и нагрева. Основная камера состоит из двух модулей. Он может делать портретные снимки. И также самым большим плюсом является то, что здесь установлен аккумулятор на 4000 мАч, а также IPS-экран, что позволит телефону работать долгое время от аккумулятора. Итак, откроем сам телефон и саму коробочку и посмотрим, что там нас встречает. Так, верхняя черная крышечка, и внутри очень яркий такой едовый цвет, желтый. Очень красиво, с цветами очень подобрано, все гармонично, и, в общем, выглядит все очень привлекательно. Сразу нас встречает чехол, также встречает здесь инструкция, user guide. Вот такая вот инструкция на английском языке, где сразу написано, что телефон поддерживает или две сим-карты, или сим-карту и карту памяти. В инструкции больше нет ничего интересного. Здесь тоже нету ничего. А вот перейдем к чехлу. Чехол, как обычный, самый дешевый чехольчик для всех Xiaomi. Но в данной модели он мне очень не понравился, потому что действительно, ну, он, в общем, очень хлипкий какой-то и спадает с телефона. И потому мне это не нравится. И, ну, рекомендую его вообще не использовать. Или на первое время пускай будет, а так нужно его будет все равно менять и докупать другой какой-то более качественный чехол. Итак, сам телефон. Сразу видно, какая большая монобровь у данного телефона. Но к ней мы немножко попозже доберемся. Сам телефон заказывал в черном цвете, но на самом деле он не полностью черный, он больше такой вот, не знаю, темно-синий, темно-серый, типа цвета мокрый асфальт, как бы так можно сказать. Телефон пока откладу и посмотрим, что еще есть из комплекта. Так, есть блок питания на QuickCharge 3.0, максимально выдает 12 вольт 1,5 ампера, ну или же 5 вольт 2,5 ампера и 9 вольт 2 ампера. Хороший блок питания, это тоже плюс. И имеет USB Type-C, кабель белый обычный, где-то порядка метра, может немного меньше. USB Type-C, хороший качественный кабель, и наконец-то в данном телефоне Xiaomi установили USB Type-C разъем, пытаясь этим сказать, что это не бюджетное устройство, а некий такой флагман. Ну или почти флагман.
как-то так, потому что в бюджетные устройства Xiaomi никогда не устанавливают USB Type-C, только micro-USB. А вот здесь USB Type-C, потому можно считать, что это практически флагман. И скрепочка для SIM-карт. Все, комплектация довольно-таки хорошая, но больше ничего нет. Так, перейдем к самому устройству. Итак, цвет заказывал черный, пришел вот такой вот черный, но, как по мне, это больше мокрый асфальт. Вообще, поставляется телефон в трех различных цветовых решениях. Это черный, как у меня, еще есть синий и красный. Ну, я выбрал черный, он мне понравился больше всего. Итак, диагональ экрана у нас составляет 6,18 дюйма и соотношение сторон 19:9. То есть новое соотношение сторон имеет вот такую вот огромную монобровь данный телефон, в которой спрятан фронтальная камера, разговорный динамик и инфракрасный датчик для распознавания лица. Внизу нас можно включить на экранные кнопки или же управление жестами. Я пользуюсь жестами, потому кнопки я убрал, и как бы без кнопок все выглядит довольно-таки симпатично. На нижней грани вот здесь вот расположился индикатор уведомлений. Странное такое расположение снизу, но тем не менее хотя бы где-то он есть, и это довольно-таки приятно. С верхней стороны устройства есть джек 3,5 мм, что тоже является для некоторых очень большим плюсом, как, например, для меня. Лично я себе выбирал телефон как основной, вот этот вот выбрал, и для меня было важным моментом, чтобы в нем присутствовал джек 3,5 мм. Здесь он есть. Также с верхней части расположился микрофон шумоподавления. С левой стороны устройства лоток под сим-карты, которые можно установить либо две сим-карты формата Nano SIM, либо сим-карту и карту памяти. С нижней стороны расположился микрофон, основной микрофон, также разъем USB Type-C и решетка под основной динамик. Основной динамик работает в паре с разговорным динамиком, потому здесь как бы присутствует стереозвучание, но вот этот вот динамик работает не на полную громкость, потому не будет никаких хрипов, будет стереозвучание, но с одной стороны оно будет немного тише, чем снизу. Как-то так. И с правой стороны устройства имеются три кнопки. Управление громкостью и включение-выключение устройства. Сзади расположилась двойная основная камера, также двойная светодиодная вспышка, и ниже камер расположился сканер отпечатка пальцев. Расположение довольно-таки удобное, в принципе, ощущается пальцем, где находится этот сканер, но все же можно не попадать каждый раз по сканеру, а попадать по камере, тем самым ее немножко залапывая, оставляя отпечатки пальцев, и каждый раз нужно будет протирать вот это место, где расположилась камера. И снизу имеем название Pocophone, и также здесь информация про то, что телефон сделан в Китае. Габариты данного устройства составляют: ширина 75,2 мм, высота 155,5 мм и толщина 8,8 мм. И вес данного устройства 182 грамма. В руке данное устройство лежит очень удобно, довольно удобно и комфортно пользоваться. И лично вот так вот дотягиваться, например, до верхней шторки тоже очень удобно. Выполнен телефон довольно-таки качественно, ничего не люфтит, не скрипит, не болтается. Кнопки хоть и сделаны из пластика, и также задняя крышечка сделана из пластика, но не очень маркие, такие, в общем, матовый пластик, очень хороший. Экран защищен защитным стеклом, на котором довольно-таки неплохое олеофобное покрытие, и отпечатки пальцев вытираются легко. Конечно, хотелось бы иметь здесь премиальные материалы, например, алюминий или какой-то другой металл, или стекло тоже, но, ну, сэкономили, естественно. Надо было на чем-то сэкономить, чтобы цена составила примерно $300. Потому, в принципе, раньше тоже
пользовались все пластиковыми телефонами, и никто на это особо не обращал внимания. Тем более, если закрыть заднюю крышечку чехлом, как сделаю я, например, тогда, без разницы, какой там у вас материал. То ли стекло, то ли алюминий какой-то, то ли металл другой какой-то, не знаю, без разницы, в принципе. Все равно под чехлом все это будет спрятано, не будет видно, и, в общем, без разницы. Но вот чехол, который идет в комплекте, мне не понравился. Во-первых, на нем остаются отпечатки пальцев, так как он глянцевый. Во-вторых, ну вот что это такое? Вот он всегда спадает, норовит выпасть телефон с этого чехла. И когда его достаешь из кармана, ну так берешь как-то его там, оп, и он выпадает. И это не очень хорошо. Также я его телефон, то есть, устанавливал в чехле в монопод какой-то там, штативчик, и он у меня чуть не выпал вот таким вот образом. В общем, довольно-таки хилый чехол вот этот. Потому рекомендую сразу же приобрести себе какой-то другой чехол. Ну или же можно вообще без чехла, как вам в принципе угодно. Если вам не очень жалко телефон, тогда можете использовать его без чехла. Так как конструкция здесь пластиковая, можно будет, например, купить такой же вот корпус и поменять его. А вообще, очень добротно собран телефон, потому как сама рамка, на которую монтируется монитор, материнская плата и все остальные элементы сделан из алюминия, а задняя крышечка пластиковая. Нужно было на чем-то экономить, вот и китайцы экономили на внешнем виде и материалах корпуса. Самым большим минусом данного устройства есть то, что в нем отсутствует NFC. Для кого-то это будет минус, я же посчитал, что за эти деньги в принципе нормально, и карточкой я смогу расплатиться. Как-то так. Телефон работает под управлением 9-го андроида уже на это время и имеет MIUI 10.2 на данный момент. Обновления, естественно, я получал уже очень-таки много обновлений, потому что выходил он еще на 8-м андроиде и была MIUI 9. Также поверх MIUI установлен фирменный лаунчер, называется Poco, как ни странно. Оперативная память у нас 6 гигабайт, и оперативная память у нас скоростная LPDDR4X. Также постоянная память тоже скоростная, 64 гигабайта в моей версии, также есть 128 и 256 гигабайт, и скоростная память UFS 2.0. И вот этот вот, в общем, лаунчер позволяет, не так как в обычной MIUI, все приложения выносятся, ну, как отдельные иконки на рабочий стол. Здесь все приложения прячутся в меню приложений. И можно под себя его настраивать, можно, например, ну, идет разбивание данного меню приложений на подменю, там общее, развлечения, фотографии, инструменты, покупки и так дальше. А можно, например, выбирать поиск по цветовым решениям самих приложений. То есть красный, желтый, зеленый. Ну и так все приложения будут выбираться и разбиваться в вот такие подкатегории. Довольно-таки удобно. Вот, например, видно рабочий стол. Рабочий стол используется Poco Launcher. Можно поставить, конечно же, свой, можно настроить количество приложений, которое будет отображаться. Ну, мне комфортно, вот здесь 5 приложений и M. Фон меню приложений также можно сделать светлым, прозрачным или темным. Так, рабочий стол — это управление вот этим Poco Launcher, собственно, и меню приложений, которые вот так открывается с рабочего стола. Так, дальше что у нас? Безграничный экран. То есть вы можете выбрать или кнопки навигации, или полноэкранные, полноэкранный, в общем, экран плюс управление жестами. И, собственно, управление жестами. Вот здесь есть инструкции, как управлять жестами. Я думаю, это все понятно. Сможете разобраться, кто еще не знает.
И еще одна фишечка в уведомлениях. Здесь есть вот индикатор батареи, есть процентный, можно графический просто, как было раньше, но теперь появился процентный, можно вот здесь вот выбрать, чтобы светились сколько процентов, на сколько процентов заряжен или же разряжен аккумулятор, смотря что вы хотите узнать. Вот так вот. И еще одна фишка, которая с последними обновлениями исчезла, это когда вы включаете безграничный экран, здесь была возможность скрыть вот эту вот монобровь, то есть чтобы вот эти вот, ну как бы говоря, уши в кавычках моноброви вот эти должны были просто заливаться черным цветом, а соответственно часы и все вот эти вот, ну, заряд аккумулятора и Wi-Fi все были белым цветом становились. Это было, в принципе, неплохо, удобно даже, но почему-то его убрали. Непонятно почему и зачем. Но, тем не менее, и так нормально. Уже я привык к вот этой вот огромной моноброви, и все-таки со временем все привыкается, и пользоваться ей становится удобно. Также поговорим о экране разблокировки. Так как здесь установлен, здесь может быть будет видно, инфракрасный датчик и еще одна камера, которая распознает ваше лицо. С ее помощью, собственно, и осуществляется разблокировка по лицу, и работает все очень шустро. Смотрите, заблокирую, разблокирую. Если я не смотрю в экран, не видит. Посмотрел, разблокировалось. Все очень шустро работает. И вот эта штука, вот, мне реально нравится. Все это делать. Довольно-таки удобно. И, в общем, это все очень быстро работает. Также сканер тоже работает очень шустро. Я не успеваю его повернуть телефон, а он уже разблокируется. Давайте вот так, как-то вот так. В общем, очень шустро работает, и за это вообще респект, очень классно, это все мне нравится. Еще по поводу вот этого вот датчика распознавания лица, он тоже так же хорошо работает в темное время суток, даже при полной темноте. Давайте сейчас протестируем. Раз, все. Видно, горит инфракрасный датчик. Сначала загорается он, сканирует лицо, а потом, собственно, и разблокируется сам телефон. Так, это проверили, и все работает очень шустро. Многим не нравится в этом телефоне то, что вот рамки экрана, особенно с нижней части, да и с верхней тоже, они очень сильно закруглены. И в Antutu данное устройство набирает 294 тысячи баллов. Очень хороший результат, практически один из самых топовых. Этого процессора явно хватит еще где-то года на 3 минимум. И на данный момент все игры, абсолютно все игры на ультра настройках данный телефон тянет. И потянет еще пару лет точно. На данном устройстве мне очень понравилась матрица. Углы очень хорошие, как ни смотри. Давайте я выключу сейчас свет. И вот, при выключенном полностью свете видно, какая яркая матрица. Сейчас у меня яркость на максимум установлена. При минимальной яркости почти ничего не видно, что очень хорошо будет в ночь, в общем, смотреть будет очень хорошо в данный телефон, глаза не будут уставать. И также при наклонах у нас вообще почти не изменяется картинка, то есть очень большие углы наклона, и все остается читабельно. Также я смотрел много, что были замечания насчет экрана, то есть у некоторых были какие-то засветы. Лично в моем образце нет никаких засветов, и все вообще, ну, то есть экран
практически идеальный. И даже мне очень нравится очень черный, глубокий такой цвет. Практически как в AMOLED-овских матрицах, но это все же IPS. OGS без воздушной прослойки. Очень качественный экран установили. И также хотел еще проверить тест мультитач. Сколько у нас? Да, 10 касаний, то есть отличный качественный мультитач на 10 касаний. Это тоже не может не радовать. С датчиками у нас полный набор датчиков, то есть и акселерометр, и датчик освещенности, и ориентир сенсор. В общем, все датчики у нас необходимые присутствуют. По поводу связи, я слышу очень хорошо собеседника, и собеседник слышит меня тоже хорошо. Здесь разговорный динамик в паре работает с основным динамиком, но не на полную громкость. Не знаю, как это будет влиять со временем на качество самого разговорного динамика. То есть, может, со временем будет такое, что появятся какие-то хрипы, когда я буду слушать собеседника. Но собеседник у меня слышно очень-таки хорошо. Звук из основного динамика мы сейчас послушаем. Поднесу петличку поближе. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. В общем, звук очень качественный, мне лично нравится, никаких претензий нету. Действительно, звук ощущается, что это стереозвук, может и не на полную мощность, но, в общем, ощущается это довольно-таки хорошо, что этот динамик тоже работает. И звук, собственно, качественный, довольно-таки громкий, вы точно не пропустите входящий звонок, довольно-таки басовитый даже и глубокий. В общем, мне в данном устройстве звук очень нравится, он не плоский. Собственно, по поводу камеры. Основная камера состоит из двух камер, чтобы делать портретные снимки. В принципе, камера довольно-таки неплохая, хорошие модули. Вот здесь напишу, какие установлены именно модули. Но функционал камеры довольно-таки неплохой. Есть искусственный интеллект, можно включать, выключать. И искусственный интеллект типа понимает. Вот здесь нарисовал листочек. Это значит, что типа природа как-то так. Ну что, цветок я фотографирую. Здесь какой-то кактус нарисовал. В общем, есть поддержка искусственного интеллекта, есть портретный режим, где будет фото с размытым фоном, есть ночной режим, то есть в ночное время вы можете сделать неплохую фотографию, будет длинная выдержка, при этом телефон нужно будет или на штативе поставить, либо держать неподвижно некоторое время, если у вас получится, чтобы фотография не размывалась. Есть, естественно, квадрат, панорама и ручные настройки. Также есть видео. Видео записывает 4К 30 кадров в секунду. По-моему, 60 здесь нету. Давайте проверим. Настройки, видео. Так, 4К 30 кадров в секунду. Full HD 30 кадров в секунду. Видео 4К 30 кадров в секунду. Это максимальное качество записи видео. Так, также
есть замедленная съемка, можно выбрать 120 FPS, 240 FPS или даже 960 FPS. Но 960 FPS на очень короткое время снимает, и качество довольно-таки посредственное, потому я не знаю, будет кто пользоваться или нет. И видеоклип это, по-моему, 10 секунд съемка видео, типа как бы в Инстаграме или как-то так. Да, 10-секундное видео можно снять. Также есть видео ускоренное, можно сделать, можно снять типа таймлапса, ускоренное видео, и в настройках вы выбираете степень ускорения. Там одна секунда, то есть 30x, 10x, 4x, 2x, 90x, 120 и так дальше, насколько долго вы будете снимать и как быстро будет ускоряться ваше видео. Вот. Так вот, есть два кодека, в которых может записывать H264 и H265. Автофокус, то есть он реально моментальный. Вот, например, так вот, цветочек поставим мне руку. Буду на руке, фокусируюсь, убираю очень быстро, моментально фокусируется, что есть очень-таки хорошо. Также очень хорошая качественная фронтальная камера на 20 мегапикселей, модуль от Samsung с апертурой f2.0. Делает очень хорошие фото, то есть можно делать селфи с хорошим качеством. Также есть съемка видео через фронтальную камеру, и можно максимально Full HD 30 кадров в секунду записывать на фронтальную камеру. Тест записи видео на телефон Xiaomi Pocophone F1. Снимаю на основную камеру Full HD 30 кадров в секунду. 4К не стал записывать, потому что, ну, по-моему, это не имеет смысла, потому как буду монтировать я все равно в 1080p, то есть Full HD. Ну и также звук можете посмотреть, как записывает. Сейчас, скорее всего, будет очень плохо записывать звук, потому что очень сильный ветер. А также посмотрите, насколько быстро отрабатывает фокусировка. Автофокус просто мгновенный на самом-то деле. Записываю видео на фронтальную камеру телефона Xiaomi Pocophone F1. Качество видео можете посмотреть сами. Звук записываю на встроенный микрофон телефона. Тоже качество звука можете оценить в данном видео. Ну а также здесь стабилизации, естественно, нет, но делаю такую ходьбу. Можете посмотреть, как все выглядит. Сейчас сильный ветер, потому слышно шум, наверное, скорее всего. Но все же, записываю, как оно есть. И также большим преимуществом данного телефона есть поддержка камера 2 API. С помощью него вам без каких-то там танцев с бубнами, без разблокировки, без root прав и всего остального можно просто скачать Google камеру, установить ее и пользоваться. И с помощью Google камера выходят снимки немного лучше. Не скажу, что во всех сценариях нужно снять будет отдельное видео, в каких сценариях лучше работает камера от Гугла, в каких лучше стандартная камера. Также есть замедленная съемка в Google камере. Ну, об этом, наверное, в следующем видео сниму, если кому будет интересно.
Насчет аккумулятора. Аккумулятор заявлен на 4000 мАч. Собственно, мои тесты так и подтвердили, что здесь плюс-минус 4000 мАч. Некоторая погрешность есть. Час видео разряжает на 7%, час игры разряжает на 14% данный телефон. Также присутствует быстрая зарядка и блок питания. Идет с быстрой зарядкой, идет в комплекте, что очень тоже хорошо, является большим плюсом. И за 15 минут заряжается на 20%, за полчаса на 40%, за час на 78% заряжается данный аккумулятор, и до 100% заряжается почти за 2 часа, за 1 час 50 минут. Где-то так заряжается аккумулятор. В принципе, ну, не так и мало, то есть придется подождать примерно 2 часа, чтобы телефон от 0 до 100% полностью зарядился, но в то же время за полчасика на 40% он заряжается, что тоже таки неплохо. И в целом сделаем какой-то такой вывод, то есть Xiaomi сделали бюджетный флагман, можно так его назвать, реально очень хороший, очень производительный, очень сбалансированный телефон, который имеет 845-й Snapdragon, один из самых мощных процессоров, имеет быструю оперативную и постоянную память. Также имеет очень хороший внешний вид, компактные размеры при большом экране, 6,18 дюймов, очень качественный экран, хорошие вообще камеры, связки камер тоже довольно-таки хорошие, и имеет очень хорошую батарею, и в повседневном использовании он себя показывает просто таки отлично. Все игры тянет, все функции вообще отрабатывают на все свои 100%. И $300, которые за него просят, он реально таки стоит. Можно, в принципе, даже найти его и подешевле. Например, минимальную цену за $270 я видел на Banggood. Если будет скидка, ссылочку оставлю в описании под видео, если такую найду. Вот так вот. Единственный недостаток, который есть в этом телефоне, это отсутствие NFC. В 2019 году, ну, в 18-19 году нужно уже иметь NFC. Это как бы кто попробовал хоть один раз расплатиться с помощью Google Pay или там Apple Pay, тот уже привязан к этому и не захочет от этого отказываться. Потому, ну, естественно, один из минусов, почему люди не будут брать этот телефон, это отсутствие NFC, и, собственно, ну, нельзя будет расплатиться с помощью вашего телефона, это один из больших минусов. Ну, также можно отнести к минусам то, что вот эти вот рамки очень сильно закруглены и обрезают небольшую часть экрана, но это дело привычки, потому, в принципе, огромного минуса я в этом не вижу. Это как бы придирки. А так, за свою цену очень хороший, очень мощный телефон. Вот так вот. Кто имеет какие-то вопросы, кто-то хочет задать, чтобы я ответил в следующих видео про этот телефон, произвел сравнение Google камеры с обычной камерой, и вообще показал весь функционал телефона. Оставляйте комментарии, пишите, что вы хотите видеть в следующих видео, задавайте вопросы. Вот так вот. А кому телефон понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был Виктор. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.